вообще с детства любила фотографировать, но поступила я на факультет журналистики в СОГУ. Когда уже училась где-то на третьем-четвертом курсе, у нас появились ребята, которые стали заниматься видеосъемкой. Мне как-то это очень заинтересовало, я примкнула к ним, стали вместе работать. И я поняла, что это мое, что мне хочется снимать. И это интереснее, чем работать в печатных СМИ. И после журфака я поступила на операторское мастерство в Краснодарский институт культуры. Отучилась там 5 лет. А дальше уже пошла работать по специальности оператором на телевидении. Есть такой стереотип, что это мужская профессия, потому что аппаратура раньше вся была очень тяжелая, неподъемная. Но сейчас уже 21 век, и есть фотоаппараты. То есть вполне девушка может работать оператором. Что мне больше всего нравится, то, что ты каждый день знакомишься с новыми людьми, и ты становишься свидетелем интересных событий. Ты всегда в центре, в гуще каких-то мероприятий, всегда узнаешь новости первым. Вот. Но я не только снимаю видео на работе, я еще люблю фотографировать, когда я гуляю или еду на велосипеде. Если я вижу что-то красивое, какой-то сиюминутный момент, такой, который хочется запечатлеть, я останавливаюсь, фотографирую. Бывают такие моменты атмосферные, хочется ими поделиться с людьми, которые буквально длятся одну секунду. Если удается поймать это в кадр, то это огромное счастье. Например, я ехала по набережной, проезжала мимо спортивной площадки. И там оттуда слышится музыка, и я подъехала поближе, там молодые парни играют в баскетбол. И в этом было столько жизни, эмоций. Я не смогла проехать мимо, я остановилась. Думаю, это надо сфотографировать. Вот. Они-то с таким азартом играли. Это вот именно то, что бывает 17 лет, какая-то вот искренняя такая наивная радость жизни. Просто от того, что ты живешь, от того, что ты дышишь воздухом. Они просто получали удовольствие от этого, и я прям как завороженная стояла, смотрела. Вот я задумывалась, почему мне нравится фотографировать. Когда я фиксирую какой-то момент, я потом благодаря фото могу вернуться. Это как работает, как машина времени. Ты смотришь на фотографию, ты возвращаешься в этот момент, переживаешь снова эти эмоции. Ну вот по закону подлости, если я не возьму с собой фотоаппарат, то обязательно я увижу какой-то интересный кадр, и будет обидно, что я его не сфотографировала. Поэтому я стараюсь все-таки фотик брать с собой, чтобы не упускать интересные моменты. Мне нравятся такие люди, которые выделяются из толпы, яркие. Я вот даже когда гуляю, я сразу обращаю внимание, там, не знаю, какие-то прически необычные, там, дреды. Мне нравятся татуи, пирсинги, вот все такое. И какие-то яркие личности, необычные, нестандартные, креативные. Вот на таких обращаю внимание. Ну, я себя чувствую тоже не совсем стандартной, потому что, например, когда там лет 18 мне захотелось побриться на лысо, я побрилась, и я поняла, что многие люди, тем более это было когда, в те годы, люди вообще это не воспринимали как что-то нормальное. То есть у многих это вызывает какое-то отторжение. У нас почему-то не любят людей, которые выделяются из толпы. Но сейчас, мне кажется, меняется в лучшую сторону ситуация. Кстати, вот ко мне часто подходят и спрашивают, что ты местная или нет. Почему-то думаю, что я кто-то с Москвы приехал, хотя я осетинка и здесь всю жизнь прожила и родилась здесь. Ну, это вот патриархальное видение, да? Патриархальное видение женщины, такое вот, что она должна быть женственной, носить платье и быть тенью мужчины. А я, например, я всегда была совсем другой. Я не любила платье носить. Я любила спортивные брюки, банданы, я любила заниматься спортом. У меня никогда не было такого желания там с кем-то спрятаться, там, не знаю, сильное плечо и все такое. Это не про меня. То есть мне всегда хотелось раскрывать себя и быть собой. То есть не быть приложением кому-то, а быть вот самой собой, быть независимой, сильной, самодостаточной.
бедная девочка. Да. Ой, ты мой сладкий. Ты моя радость моя. Поедем прививку делать? Поехали. Поехали. Давай, поехали. Иди на ручки. Дима, у меня сладкая. Пошли. Первые мысли о зооволонтерстве у меня появились, когда прямо под моим окном в палисаднике у нас собака родила щенков. И вот прихожу опять же с работы, слышу этот писк. Я пошла смотреть, что там с этими щенками. Там оказалась ужасная картина. Под открытым небом щенки мокрые. Был очень холодный ноябрь. И они были под каким-то там плита цементная. И они, бедные, прятались под этой плитой. Я сразу побежала домой, вынесла. У меня был такой спальник советский. Я вынесла, подстелила им. Я думала, чем же помочь. Я их сразу фотографировала. Сделала объявление, раскидала по нашим группам. И тут буквально на следующий день мне пишет девушка. Здравствуйте, я знаю этих щенков, я тоже за ними присматриваю. Давай вместе как-то будем по друг другу помогать. Вот так мы познакомились с Алисой. Она тоже оказалась такой очень неравнодушной, очень сопереживающей. Мы с ней сделали дежурство. Утром за ними смотрела она, перед работой кормила их. А я уже вечером, где-то часов 8-9, тоже варила им кашку, супчики и приносила. Вот. И параллельно мы их стали пристраивать. То есть мы их подкармливали, при этом мы в соцсетях распространяли объявления, познакомились еще с какими-то зооволонтерами, нам стали все помогать. И как ни странно, у нас пошло пристройство. Одного забрали, второго. Мы как-то сами даже удивились. Но за неделю мы пристроили, их было 6, по-моему. Где-то дней за 10 мы пристроили всех щенков. И вот таким образом как-то у нас образовалось такое небольшое сообщество зооволонтеров. Уже легче стало работать. Какие-то обязанности между нами распределились. А в прошлый раз мы не могли ее поймать. Представляешь? Сейчас у нее настроение хорошее. Да. Так, загружаемся. Сладкий, не бойся. Для того, чтобы отвезти к врачу на прививку. Она у нас бездомная, живет во дворе, но все ее любят. Вот. В прошлом году мы ее стерилизовали и привили. Вот. А сейчас у нее идет, год прошел, ежегодно же надо повторять вот эту прививку. Срок действия заканчивается. Вот. И сейчас мы ей будем делать снова прививочку, чтобы она у нас весь следующий год тоже ничем не заболела. Ни бешенством, ни чумой. Вот, чтобы она у нас здоровенькая была, да, мышка? Смотри, как мы хорошо едем. Ты сладкий такой. Ну, все. Все, мы уже почти приехали. Чуть-чуть потерпи. Да, вот там мы поворачивали. Да, вот здесь направо. Ну, если что, мы там выедем на Островского. Вот так, сиди спокойненько. Мы уже приехали, все. А, нам паспорт нужен. Заходим. Мы хотим, чтобы наши собачки бездомные были здоровыми и не представляли опасности для окружающих. Поэтому мы прививаем их ежегодно. Вот, у нас с собой паспорт, денежки. Кстати, деньги – это то, что мы собрали в соцсетях. Мы делали сбор именно вот целенаправленно на прививки. Нам помогли наши знакомые. Вот. И обычно мы снимаем тоже для себя видео, чтобы потом отчитаться перед подписчиками, что вот мы сделали прививки. Вот. Так что сейчас повторяем всем заново прививочки. Вот. До следующего года. Мишка, иди сюда. Сейчас быстренько уколчик тебе сделают. Клещ, что ли? А, Марин, у нее клещ. Можем снять клеща? Да, снять-то мы можем. Она. Я до этого с нее... Нет, не обработана. Ой, какой большой. Да до этого я сняла одного вот отсюда. Она этого я не видела. Чувствует. Да. Она ест, да, активная. До 14 дней наблюдай. Потому что она может заболеть от 3 до 14 дней. Бедный мой. Это период заболевания пироплазмозом. Собаки – это удивительные животные. Если они видят, что их любят, о них заботятся, и они отдают тебе в 100 раз больше любви своей,
При том, что попадаются и жестокие люди, ну, даже среди наших соседей есть такие, ну, кто не любит собак, они могут там на них с палками нападают. Все равно они любят людей. И они как-то понимают, как к ним относятся, даже по взгляду они считывают. Вот я сама проводила эксперимент. Я прохожу мимо собаки, она меня не знает. И просто смотрю на нее, ничего не говорю, просто смотрю с добром, с теплотой. И она сразу начинает вилять хвостиком, бежать ко мне. Это же удивительно. Очень много людей в республике, которые относятся к животным как к игрушке. То есть они могут взять щенка, даже мы с этим сталкивались, мы пристраиваем щенка, пока он маленький, хорошенький, он им нравится, потом они наигрались, он вырос, им уже неинтересно, они его либо выкидывают, были такие случаи, что они нам его возвращают. Кстати, это одна из причин, почему у нас столько бездомных животных. Вот, подкинули нам вот мамочку с двумя щеночками. Спрашивается, вот мы куда должны их девать? Ну мы не волшебники, нам некуда. Приют переполнен. Пристраивать это тоже очень тяжело. Девочек не берут у нас. Вот сейчас нужно пристроить эту девочку. Вот Ира ее возила на рынок. Ее не взяли. Она у нас еще и без глазика. Ну, с да, такой особенностью. Девочка и все. Да, девочек не берут. Я призываю хозяев стерилизовать своих собак, потому что вот нам их подкидывают, но мы тоже в безвыходной ситуации. Нам некуда их девать. Задача волонтеров сделать так, чтобы бездомных животных стало меньше. За счет стерилизации как-то отрегулировать их количество, чтобы у нас не было много бездомных животных. Когда щенки рождаются, они по факту никому не нужны. Их травят, они погибают под колесами машин, они замерзают. И я, например, не могу смотреть на страдания животных. Поэтому есть такая операция – стерилизация. Она никакого вреда для здоровья не несет. Наоборот, животное живет даже несколько лет дольше после этой операции. Они болеют какими-то половыми заболеваниями. Плюс, все спокойны, то есть нет стаи вот этих собак, они не собираются, никаких собачьих свадеб. Соседи спокойны, на районе становится сразу тише, нет агрессивных кобелей. Единственная проблема здесь – это финансы. Мы изначально с Алисой рассчитывали только на себя и на свои средства. Но когда уже мы дошли до стерилизации, там расход увеличился намного. Нам где-то на одну собаку около 5000 нужно было. То есть это туда входят транспортные расходы, сама операция, передержка, ну, антибиотики еще. То есть мы в 5000 укладывались, вот, и мы, как только мы соберем вот эти 5000, мы стерилизовали собаку. Потом на следующий сбор опять собираем, стерилизуем следующую. Таким образом мы стерилизовали 7 собак. Почти всех. Это вот большинство собак на нашем районе. У нас очень распространено какое-то стереотипное мышление. Даже в нашем дворе вот есть соседи, которые меня воспринимают как немножко ку-ку. Зачем она это делает? Зачем помогает животным? Этим они считают, наверное, государство должно заниматься. С государством очень большая проблема в том, что деньги, которые выделяются на стерилизацию, они где-то оседают по карманам. То есть они до собак не доходят. Плюс государство слишком неповоротливая машина. По идее, питомник должен проводить такую работу. То есть они отлавливают бездомных животных, стерилизуют и возвращают их на место обитания, на прежнее место обитания. То есть это программа ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Но, вот как говорил сам директор приюта, жители против того, чтобы им обратно привозили этих стерилизованных собак. Понимаешь, в чем проблема? Люди в принципе не хотят никаких собак, ни стерилизованных, ни нестерилизованных. Тут такой вопрос возникает. А с чего люди взяли, что они только имеют право жить на этой планете? Это такие же живые существа, они тоже имеют право жить с нами. Адекватные собаки, которые любят людей, которые дружелюбные, они не должны находиться в приюте. Их нужно просто стерилизовать, привить, и они могут жить там, где они хотят. Я, знаешь, в чем вижу решение? Мне кажется, нужно меньше на государство надеяться и решать локально проблему вот там, где ты живешь. Очень большая сила в людях самих. То есть даже когда 2-3 человека объединяются, вот как мы, они могут очень много сделать. Всего лишь усилиями 2-3 людей можно стерилизовать,
привить всех животных двора. Ну, сколько во дворе бывает обычных собак? Ну, 5, ну ладно, 7. Мы, например, за год сделали все. О том, что происходит с экологией нашей планеты, я стала задумываться еще учась в Краснодарском институте. Хотя ученые давно бьют тревогу относительно экологической катастрофы, но мы в своей повседневной жизни почему-то мало задумываемся о том, что происходит с мусором после того, как выносим его из дома. А между тем, в мире выбрасывается более 3,5 миллионов тонн мусора ежедневно. Это значит, что через несколько десятков лет количество отходов в океане будет больше, чем общее количество рыб в нем живущих. В общем, я стала думать, а что конкретно я могу сделать в этой ситуации, чтобы меньше вреда приносить окружающей среде. Для начала я отказалась от разовой посуды в пользу многоразовой. Также я не использую пластиковые пакеты, потому что есть экологичная альтернатива в виде авосик, шопперов. Я купила себе стеклянную бутылочку для воды, потому что вот эти стаканчики разовые, которыми мы пользуемся буквально 2 секунды, потом они 400-500 лет лежат в земле, и нас уже нет, а они еще, все еще не разложились. Когда я узнала, что есть возможность сортировать отходы, я могу принести какую-то пользу природе тем, что я что-то отбираю из своих отходов, и это идет на вторичную переработку, конечно, я сразу стала это делать. И недавно, кстати, у нас такая возможность тоже появилась уже в городе. То есть у нас сейчас есть контейнер для раздельного сбора. Ну а пока их еще не было, во Владикавказе проводился экологический фестиваль Simple Fest, в котором я тоже участвовала в качестве волонтера. Самое интересное, что организаторами и идейными вдохновителями этого фестиваля стали мои хорошие друзья. Это вот та самая Алиса, с которой мы занимаемся зооволонтерством, и Надежда Марина. Суть этого фестиваля заключалась в том, что ты дома сортируешь свои отходы. Отдельно макулатуру складываешь, отдельно стекло, алюминий, отдельно пластик. Потом раз в месяц ты приносишь все свои отсортированные отходы на фестиваль, сдаешь, и потом это отправляется на переработку. На этом фестивале мы рассказывали людям о том, что мусор и вторсырье – это немножко разные вещи. Вот, например, из пластика потом можно сделать одежду. Если мы будем сортировать отходы, их потом переработают. А это экономит ресурс нашей планеты. Правильная сортировка – это меньше мусора, меньше свалок, меньше парниковых газов в атмосфере. Ну и, соответственно, меньше вреда климату мы наносим. Помимо сбора отходов, еще на этом фестивале проводилась ярмарка ремесленников. Вот я, например, пекла цельнозерновой хлеб с семенами, со злаками, травяной чай заваривала. Еще там были волонтеры, которые пристраивали животных. И мастер-классы для детей тоже проводились. Те средства, которые были собраны от продажи изделий ремесленников, от реализации вторсырья, они потом шли на благотворительность. Это на самом деле очень просто – жить экологично. Главное, чтобы было желание и осознание того, что если мы продолжим в том же духе, то ничем хорошим не закончится, но наша планета только будет загрязняться еще сильнее. Хотя у меня нет музыкального образования, но меня всегда тянуло в эту сторону почему-то. Особенно мне нравились барабаны. Я даже ходила одно время на доули. А недавно в соцсетях случайно как-то мне попалось объявление «Не школа игры на барабанах». Я сразу зашла, оставила заявку и пришла на пробное занятие. Мне очень понравилось. Там какая-то атмосфера, там очень много молодежи. Это живое общение, и там именно собрались люди творческие, которые не боятся креатива. Вот именно вот комфортная для меня атмосфера. Когда садишься за барабанную установку, какие-то простые ритмы, которые мы сейчас учим, даже вот это столько эмоций вызывает. Помимо работы, мне хочется что-то новое в себе открыть, научиться чему-то, понять, вот, на что я способна, достичь какого-то максимума и посмотреть, неужели вот я смогу какую-то сложную мелодию сыграть?
жизнь у нас одна, и хочется по максимуму раскрыть себя, какие-то свои возможности. Потому что пока ты не соприкоснешься, ты же не поймешь, у тебя есть вообще к этому способности или нет. Что из этого получится? Это какой-то своего рода эксперимент. И хочется в разных областях это делать. То есть и в музыке, и мне, например, хочется еще попробовать себя в сельском хозяйстве. Я бы хотела попробовать там что-то сажать, выращивать. Если бояться чего-то нового, то жизнь становится пресной. Очень. Она становится какой-то черно-белой. Мне кажется, вот в жизни это самое интересное, когда ты что-то новое пробуешь и узнаешь себя с какой-то другой стороны, открываешь свои новые таланты, какие-то возможности, раскрываешь свой потенциал. В этом есть самое интересное в жизни.